الأزهر الشريف ومن خلال مجمع البحوث الإسلامية. Аль-Азхар является научной киблой для мусульман. К нам стремятся студенты из всех мусульманских стран, а также из мусульманских диаспор, проживающих в немусульманских странах. Все они прибывают для обучения в университете Аль-Азхар. В университете Аль-Азхар учатся студенты из более чем 100 стран. Количество студентов из-за границы, обучающихся в университете Аль-Азхар, более 30 тысяч человек. Университет дает им образование высшего уровня и старается предоставить им жилье в Египте. В Египте есть некоторые независимые исламские центры. Некоторые из подобных центров получают поддержку университета Аль-Азхар, и их роль сводится к тому, чтобы предоставить жилье студентам и обучить их арабскому языку. Потому что изучение арабского языка требует больших усилий. То есть существуют центры, подконтрольные университету Аль-Азхар. Но есть и марказы, которые не поддаются контролю университета Аль-Азхар. Университет и египетское правительство предпринимают все усилия, чтобы остановить деятельность подобных центров. Было время, когда подобные марказы были очень распространены в Египте, но сейчас эти центры закрыты. Единственное место, где дают религиозные знания в Египте, это Аль-Азхар. Мы гарантируем, что студенты, обучающиеся в Египте в университете Аль-Азхар, держатся умеренной идеологии. Они далеки от насилия и терроризма, всех проявлений экстремизма. Они понимают ислам по методологии Аль-Азхара.